Белый львенок родился в одном из зоопарков Венгрии. Сейчас он под чутким присмотром матери. Ветеринары осмотрят кроху только спустя 4 недели, когда малыш окончательно окрепнет и не будет нуждаться в постоянном присутствии мамы-львицы. Именно тогда врачи определят пол львенка и дадут ему имя. Отмечу, что в мире насчитывают не более 500 белых львов. Все особи, как правило, находятся в зоопарках или местах резервации. Необычный окрас животного связан с генетическим заболеванием – лейкемизмом.